Привет, друзья! Сегодня третий день, ну, по сути, такой полноценный третий день сборки. Сделали уже практически, ну, наверное, процентов 60. Собрали это по метражу у нас первый этаж 350 квадратных метров. Можно посчитать по ячейкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, ну, порядка 200 квадратов мы уже собрали. Повторяюсь, 3 дня работы. Такая панорама снизу. Внутри пока свободная планировка. Вы не видите, что тут будет. Но, поверьте, здесь тоже все интересно. Большие залы. Кухонная зона, барная, гостиная, столовая, кинотеатр. Вот там 50 квадратов. Это мы покажем чуть-чуть позже. Это уже фасадная линия наша. Вот фасадные элементы. Под стеклянные витражи, стены и раздвижные витрины. Вот здесь уже видно хорошо, что предусмотрено уже в этой системе все пазы для установки стеклопакетов. Вот элементы все эти наборные, то есть ставится это все точно так же методом отверточной сборки. И все это в вашем комплекте находится. По сути, комплект силового каркаса включает в себя металлические крестовины несущие в большом ассортименте. Каждый имеет свой артикул, разобраться очень просто. И качество крестовин тоже можете обратить внимание, какая проварка. У нас сейчас в бригаде работает профессиональный сварщик. Но он говорит, это просто высший пилотаж качества работы. Но это несмотря еще на то, о чем я уже говорил, какая точность размеров и совместимость деталей. Это я уже снимал, и про это, про все я рассказывал. Также в комплекте с металлическими крестовинами идут диагональные системы соединения крестовин для как раз мощной статики и тайфунной устойчивости здания. За счет этого мы имеем такие мощные показатели как раз. Тоже детали все обработаны, покрашены, заизолированы, упакованы. Качество идеальное. Плюс все они пронумерованы, очень легко с ними работать. Комплект силовых шпилек разных диаметров. Мы их поставляем тоже полностью с гайками, с шайбами, то есть в полной комплектации. Все, что вам нужно. Только достаете и работаете. Еще очень важный набор деталей – это скрытый крепеж, так называемый. Выглядят они вот так. Качество изумительные. Работать с ними тоже одно удовольствие. Подразумевается, что эта деталь закрепляется там, где вам нужно сделать промежуточную балку, непосредственно на колонну. Вот. А вторая деталь, вот это
устанавливается специальное посадочное гнездо ригеля, потом просто заходит, как говорится, паз в паз с двух сторон. И ваша балка установлена. К этим деталям идут специальные шурупы. Ну, то есть, опять же говорю, полный комплект. Полный комплект. То есть вам практически нужно только все это получить, внимательно посмотреть, что откуда, закрепить и забыть. Силовой каркас, он состоит из несущих колонн, ригелей, течение 280 на 280 миллиметров. И есть всевозможные доборные элементы, нами разработанные непосредственно уже для монтажа витрин и фасадов. Порядка 60 наименований изделий из дерева. Но опять же, тоже все промаркировано и собирается все достаточно просто. По монтажу вот этого участка, да, то есть на самом деле это самая ответственная работа, но она, на удивление, на наше, пошла очень четко, слаженно и без всяких проблем. Вот, по людям у нас получается 2 человека работают вот на этих лесах, которые мы приобрели специально для этой работы. Порядка 300 евро мы заплатили за каждую такую секцию. Она достаточно крепкая, легкая, безопасно работать. Есть колесики для перемещения. Вот здесь работают 2 человека, которые, по сути, занимаются вот непосредственно укладкой балок в крестовины. 2 дополнительно занимаются стропильными делами, то есть загрузкой наших балок, подачей сюда. Ну и здесь они уже на подхвате. Там подать шпильки, ключи и так далее. И 1 человек это оператор крана. Вот. Итого бригада в нашем случае из 5 человек. Ну и мы так уже видим, что для даже этого объекта площадью 600 квадратных метров этих людей вполне достаточно, потому что работы все достаточно продуманные, то есть все подходит, все системы, которые пойдут дальше, плиты перекрытия, витрины, все это ставится согласно инструкции, без применения там пил, топоров, там, отбойных молотков и так далее. Вот. Так что бригада небольшая должна быть для сборки домов по этой технологии, причем под ключ. Ну и так вот предварительно уже мы так рассуждаем, что 30 дней достаточно для того, чтобы собрать виллу полностью. При условии, что у вас будут все комплектующие на месте. Ну, имеется в виду 30 дней, это все. Это стекла, это система вентиляции, встроенные теплые полы, кондиционирование. Здесь тоже применена очень интересная система. Это немецкая разработка, новая. Мы это все вам покажем, как это легко собирается и как это легко работает.
Как сегодня говорил мой один приятель, он у нас юморист, он говорит: слушай, хорошая технология. С женой развелся, жена утром проснулась, а полдома уже нету. Разобрал, увез. Мы так поржали немножко. Но в принципе, в каждой шутке есть доля правды, да? То есть, если у вас, ну мало ли там какой-нибудь участок или территория временная, сдана вам в аренду на некоторое время. Ну, например, вот в Сингапуре это очень актуально. Когда мы работали в Сингапуре, там прибрежные территории непосредственно на променадах, они принадлежат государству, то есть землю там купить нельзя. И если вы хотите что-то там поставить, то главное условие при получении разрешения на установку чего-либо — это то, что конструкция должна быть сборно-разборной. Тогда вы можете спокойно ставить на набережной вот такой ресторан, или кафе, или магазин, или даже там гостиницу. Вот. Вам дают документы там лет на 5 с правом пролонгации. И работайте. Когда договор расторгнут, спокойно разобрали и увезли все на новое место. Таким образом, поработали, заработали денег, ничего не потеряли. Единственное, фундамент, но опять же, я повторяюсь, фундамент может быть на винтовых сваях, может быть ленточный. То есть не обязательно городить вот такую монолитную, мощную, дорогую плиту, как в нашем случае. Но мы этот объект делаем образцово-показательный, поэтому мы не стали уже тут сильно экономить. Решили сделать все хорошо и надежно. На века, так сказать.